Всем привет! Обычно для работы в эфире на коротких волнах из полевых условий я использую проволочные самодельные антенны типа Dipole. Но существуют антенны, специально предназначенные для радиолюбителей промышленного производственного изготовления. И сегодня я вам расскажу об одной из таких антенн. Это антенна D2040 двухдиапазонный Dipole производства фирмы Radial. Как и обычный Dipole, эта антенна представляет из себя два плеча из провода, но только в составе каждого плеча есть еще катушка дополнительная, которая позволяет этой антенне работать в двух диапазонах, в диапазоне 40 метров и в диапазоне 20 метров. Катушка эта выполнена на ферритовом сердечнике кольцевом и, соответственно, закрыта вот какой-то герметичной упаковкой, так скажем, то есть она герметизирована. Также, естественно, в состав антенны входит балун, поэтому я не буду использовать сегодня свой самодельный балун, а буду использовать балун вот такой вот. Сделан он очень неплохо, такой герметичный, прочный очень, то есть я прям уверен, что если сейчас я это все уроню на землю, то, естественно, он не развалится, никак не разрушится этот балун. Цилиндр в виде такого сделан, соответственно, имеет разъем ISO-239, какой обычно я всегда использую. И в верхней части имеет петельку для подвешивания с карабинчиком. Этот карабин был в комплекте антенны тоже, что очень удобно. Такая антенна продается в виде комплекта, в состав которого входит, естественно, руководство пользователя, технический паспорт, как он озаглавлен. То есть это документ, в котором написано, как и где эта антенна работает и как ее устанавливать, краткое руководство дано. Также есть небольшие веревочки. Вот одна веревочка совсем, так сказать, отдельная, которая предназначена для заброски этой антенны, для поднятия ее центральной части на какую-то ветку дерева, и к краям антенны тоже привязаны небольшие веревки, коротенькие, порядка 1,5 метра. Ну, может быть, кому-то захочется их удлинить, наверное, я бы как-то удлинил для себя это, но это кому как. По крайней мере, с этими веревочками она очень маленькая и очень легкая. Антенна действительно это немного совсем весит, и можно ее легко разворачивать в полях. Что еще интересно, то что сами лучи вот этой антенны, плечи Dipole, они не имеют какого-то разъемного соединения с балуном, поэтому балун этот отдельно с чем-то другим поиспользовать не получится, с одной стороны. С другой стороны, эта антенна не требует лишних каких-то действий при развертывании, а сразу все готово. То есть уже элементы этого Dipole, они соединены навечно с балуном, поэтому нам достаточно только закинуть веревочку на дерево, привязать ее сюда вот к карабинчику, и можно эту антенну, соответственно, растягивать в две стороны и работать на двух диапазонах, на 40 и на 20 метров. Сейчас я попробую развернуть эту антенну в соответствии с руководством, так сказать, пользователя, и попробовать поработать на нее в эфире, а также посмотрим, на каких частотах у нее получится резонанс в том самом виде, в каком она продается, то есть непосредственно вот в оригинальном варианте. Значит, здесь в руководстве сказано, что центральную часть антенны желательно поднять на рабочую высоту 4-5 метров, а края антенны должны быть подняты на высоту от 0,5 до 2 метров. Также сказано, что, в общем-то, их можно закрепить на высоте примерно вытянутой руки. Сейчас я так и сделаю. Как обычно, для развертывания антенны в лесу я закинул веревку на ветку дерева. Но веревку я закинул свою, а не комплектную. Просто мне так удобней, привычней. Значит, за эту веревку я закрепил балун от антенны D2040. Соответственно, подключил кабель коаксиальный. Кабель я использую свой, в комплект антенны кабель не входит никакой. Поэтому я буду использовать, как обычно, RG58 с двумя разъемчиками, пиельками. И этот кабель подключил к трансиверу с КСВ-метром. Соответственно, сейчас, когда подниму эту веревку на рекомендованную высоту 4-5 метров, подниму антенну, то посмотрим, на какой частоте будет резонанс у этой антенны. Что мне понравилось в конструкции этой антенны, то что балун достаточно прочный такой. В отличие от моих самодельных, которые я делаю в пластиковой коробочке, этот балун, на мой взгляд, прочнее. И в верхней части его корпуса, в верхней части закреплена петля вот эта вот для привязывания веревки с карабинчиком. Эта петля крепится тоже не в пластмассовый корпус, не в пластиковый, как я обычно делаю. А вот верхняя часть этого цилиндра, верхняя часть корпуса, она металлическая, достаточно прочная. И можно быть уверенным, что она не вырвется отсюда, не сломается, если случайно потянуть за антенну, за веревки, за кабель, за что-то. То есть конструкция очень прочная, мне это очень понравилось. Закрепил край антенны штатной веревочки, штатной оттяжкой за дерево, как и сказано в руководстве, на высоте вытянутых рук. Примерно вот такая высота, около 2 метров, наверное, чуть поменьше получилось. Также еще в руководстве сказано, что при производстве длина проводников вот этих вот делалась с небольшим запасом, для того, чтобы можно было длину излучателя подстроить потом под нужную вам частоту. Я пока этого не делал, установил антенну в том виде, в каком она была в упаковке. Ничего не подстраивал, не подрезал, не менял длину проводников. Посмотрим, где она будет резонировать на обоих рабочих диапазонах.
закончил развертывание этой антенны, подключил ее к трансиверу через индикатор КСВ, через измеритель КСВ. Соответственно, сейчас посмотрим, где у нее резонансы, в том штатном виде, в каком она продается. Начнем с диапазона 7 МГц. Выставлю пониженную мощность 10 Вт на радиостанции. Включу частотную модуляцию, чтобы станция выдавала несущую. И, соответственно, по этой несущей я смогу измерить КСВ. Откалибруем сначала КСВ-метр. Так, смотрим, значит, сейчас 7150, КСВ 1,3. Где будет минимум? Минимум где-то в районе 7100. То есть оказалось, что минимум КСВ в районе 7100. Выше-ниже уже по частоте КСВ повышается. Посмотрим, где на 20-метровом диапазоне будет минимум КСВ. То же самое, частотная модуляция включена для излучения несущей и мощность 10 Вт. На частоте 14300 КСВ большой, больше двойки. Соответственно, ниже по частоте ручку кручу, КСВ падает. И доходит практически до нуля, то есть до единицы, отраженка 0. В районе 14110. То есть оказалось, что эта антенна настроена на 20-метровом диапазоне достаточно низко, но в пределах, опять-таки, любительского диапазона, на самой границе телеграфного и телефонного участка. Можно даже ничего не делать, можно так оставить, но уж очень узкий у нее резонанс на 20-метровом диапазоне. Об этом, кстати, сказано в руководстве к антенне, что на 20-метровом диапазоне за счет вот этих вот катушек, трапов, резонанс очень узкий. Можно его подстроить длиной элементов. Попробуем сейчас это сделать. А на 40-метровом диапазоне 7100 вообще практически середина диапазона. Можно было бы даже ничего и не делать, так оставить. Но из-за 20-метрового диапазона лучше все-таки резонанс сделать немножко повыше. Укоротил длину краев элементов этой антенны. Давайте посмотрим, куда попал резонанс сейчас. Примерно сантиметров на 5, наверное, я сделал короче каждый элемент. Обрезать излишки провода я не стал, а загнул их обратно и закрутил на антенну. Проверяем на 40-метровом диапазоне. Ну, минимум КСВ примерно как раз сейчас и попадает в частоту, на которую я чаще всего из полей работаю, в районе 7170-7180. КСВ при этом 1,3, где-то 1,25. Смотрим на 20-метровом диапазоне. Раньше был КСВ в районе 14100-110. Сейчас, соответственно, видимо, он стал выше. В районе 14183-185. Причем КСВ на 20-метровом диапазоне практически единица, то есть отсутствует обратка совсем, отраженка. На 20-метровом диапазоне резонанс достаточно узкий, поэтому в верхней части диапазона КСВ уже будет значительнее. Вот смотрим, в районе 14340, уже вот КСВ 1,6-1,7. Но, как говорится, в профессиональной радиосвязи все, что КСВ ниже 2, и это нормальный КСВ, можно работать. 1,7, в общем, я думаю, тоже мне хватит. Тем более, не так часто я работаю на двадцатке и в верхней части этого диапазона. Основные все связи все равно проходят в районе 14150, 14200, и поэтому там как раз сейчас получился оптимум КСВ. Поработаю немного в эфире на эту антенну, посмотрим, как будут отвечать, как я буду слышать разных корреспондентов. Елена Василий 6, Роман Николай дробь Павел. Здравствуйте. Негромко слышу, 5556, Алексей, Нижегородская область, прием. Да, Алексей, добрый вечер. 5455 также вас принимаю. СВ-2011-25, антенна Фукса на дереве, прием. А, да, принято. А имя ваше какое, прием? С вами работали, Алексей. Александр меня зовут. Из Беларуси я тут в грибы поехали с друзьями. Вот я тут свои грибы ловлю, прием. Да, все принято, Александр. Спасибо, что ответили. Я сейчас работаю на антенну двухдиапазонный дипль D2040. На диапазоны 40 и на 20 метров. Такая промышленное изготовление фирмы «Радиал». Первый раз испытываю эту антенну, только сегодня ее развернул вот сейчас. Соответственно, трансивер FT897 у меня. Погода такая у нас хорошая, теплая сегодня. Ветра немного, а дождя совсем нет. Как у вас там прием? Да, Алексей, все принято. Местами проходит у меня 5-9, даже слышим иногда. Уходите до 5-7-5-6. Погодка у нас переменчивая, ветерок небольшой, дождик иногда капает, иногда солнышко выглядывает. Ну так, в принципе, неплохо, довольно-таки тепло, нормально. Грибная погода. Прием, Алексей. R3CLB, Роман 9, Федор, Анна, Зоя, друг Павел. Роман 9, Федор, Анна, Зоя, друг Павел. Здравствуйте. Негромко слышу. 5556. Алексей, Нижегородская область, прием. R3CLB, R9, Федор, Анна, Зоя, друг Павел. Да, Алексей, принимаю вас. Все
баллов, 7-8 баллов. Оператор Сергей. Нахожусь сейчас в полях Екатеринбурга, в полях Екатеринбурга. Квадрат, если интересно, Леонид Ольга 7-2, Ольга Анна. Леонид Ольга 7-2, Ольга Анна. Также являюсь вашим подписчиком. Внимательно слежу за вашими всеми делами. Спасибо, что ответили. Прием. Да, Сергей, принято. Спасибо вам большое, что ответили. А я сейчас использую антенну D2040. Это фирмы Radial антенна, двухдиапазонный диполь на 20 и на 40 метров, соответственно, и FT897 трансивер. Посмотрим, как на диапазоне 20 метров работает антенна эта. Сейчас посвязываюсь там, поищу, поработаю на поиск, так сказать. Не буду на общий вызов работать. Послушаю, может быть, кто-то работает на общий вызов. Таня, Люба, Боря. Ага, друг. Все принято. Радио на 3, Тамара, Люба, Павел. Тамара, Люба, Павел. Ну, где-то 5-7-5-8 принимаю. Звать Александр, в Кемерово, прием. Александр, принято. 5-8-5-9 вам, 5-8-5-9. Алексей, Нижегородская область, прием. Несмотря на то, что антенна эта имеет достаточно прочный такой баллон, она все равно легкая. И в инструкции к ней указано, что масса всей антенны 0,46 килограмм всего. То есть, действительно, можно ее как походную использовать. В общем-то, удобная такая легкая конструкция, ничего лишнего. За счет того, что в конструкции есть катушки, то эти катушки все-таки делают эту антенну немножко короче, чем полноразмерный был бы диполь на диапазон 40 метров. То есть, она имеет длину не 20 метров, а 18, вот здесь вот написано в инструкции на эту антенну. Ну и также, так как эта антенна походная, так сказать, то баллон она имеет малогабаритный, и он рассчитан на максимальную мощность 100 ватт. То есть, ну и в походе, наверное, нам больше не понадобится, чем 100 ватт. РА-3ТЛБ, Ульяна, радио 7, Иван, Сергей, Павел, прием. Ульяна, радио 7, Иван, Сергей, Павел, здравствуйте. Громко слышно, 5-9, Алексей, Нижегородская область, прием. Алексей, добрый день, рад вас слышать. Спасибо вам за видео. Первое КСО у меня с вами. Я ваш, так сказать, небольшой фанат. Спасибо большое, 5-9, еще раз. Владимир, в городе Краматорске, на пене. Да, Владимир, принято. Очень громко, хорошо вас слышно. У меня тут помех, уровень практически ноль. И ваш сигнал на 9 баллов просто грохочет. Сейчас нахожусь 40 километров от Нижнего Новгорода на запад. FT897 и антенна D2040 от фирмы Radial. Двухдиапазонный диполь на 40-ку и на 20-ку, соответственно. Прием. А, да, принято. Здесь 100 ватт мощности. Дельта горизонтально практически направлена. Чуть-чуть у нее наклончик на восток. Ну что же, оказалась вполне нормальная такая антенна. Как ни странно, сразу из упаковки она практически уже в любительских диапазонах была настроена и работала нормально. Немножко только я ее подстроил, чуть-чуть повыше по частоте, и можно работать. Что удобно, то что сразу одна антенна, развешиваем всего лишь две точки крепления по краям, а уже работает она в двух диапазонах. То есть обычно я же использую диполь на 7 МГц из двух лучей по 10 метров. Я его обычно точно так же развешиваю, но имеется возможность у меня работать только в одном диапазоне, 40-метровом. Соответственно, а здесь вот эту антенну я развесил, она практически таких же габаритов, даже чуть меньше. То есть она не 2 по 10, а 2 по 9 метров, те же самые габариты и... Сразу два диапазона доступны. Удобная такая конструкция, так что вполне возможно у меня приживется и буду чаще, может быть, такую антенну использовать, чем однодиапазонный диполь 40-метрового диапазона. Потому что по эффективности она, я думаю, что не уступает этому 40-метровому диполю, поскольку размеры сходные. Ну а на 20-ке как-то, в общем, тоже она работает. Я думаю, что не хуже обычного диполя 20-метрового диапазона, за исключением того, что она чуть более узкополосная. Но мне это пока не мешает, посмотрим, поиспользую еще. Посмотрим, какая будет, так сказать, статистика работы на 20-метровом диапазоне на эту антенну. Это все, что я хотел вам рассказать об антенне D2040, двухдиапазонный диполь от фирмы Radial. В описании к видео есть ссылка на сайт фирмы Radial, там, соответственно, есть эта антенна. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем пока!